How long, John, did you get? Я об 0.2, но это просто капец. Просто загляни в мою историю. 4 подряд неудачных эвакуаций. Меня 4 раза подряд на выходе убили. У меня из 12 миллионов осталось выжить. Сейчас я вооружусь и пойдем. Тут? Джонни. А, я на пятой. Нормально, там все на пятой броне. Короче, ППшка, дефолт. И сломал мне все лицо сразу. Пошли сразу же зачекаем левый респавн. Просто слышу свой голос вообще по-другому. То есть видео я вообще такой, ты кто? У меня голос как будто как у девочки, в общем, видео еще какой-то, не знаю, роботический смеш. Как будто робот говорит, робот девочка. Видишь типа? Понял, все, вижу. Где? Вижу. Убил фушистскую броню. Я ему так долго считывал броню. Иду. Минус 6 броня, 800 тысяч. Так, добился. Я его слетал полностью. Еще на броню. Так, он моя лежит. Ты этого убил, надеюсь? Так. Вот это вообще было. Так, у этого был АКС. Хочешь прикол? У него был АКС на четвертых патриках и М700 на четвертых. И шестая броня. Просто это ЖИС и Илон Маск просто. ЖИС и Илон Маск на четвертых патриках. Я думал, у него нормальное оружие будет на шестых патриках. Какая-нибудь эмочка, жук, топовое оружие. Просто бомжа. Подожди, есть что-нибудь сейчас. Ну-ка. Шлемак лежит на шлемак. Нет, нет. Вот это все обновление. Все, пошли. Пошли. Ну слушай, это уже неплохо. Вы начал. Подожди, там кто-то есть, похоже, на радио выше. Подожди. Тихо. Там, походу, тип. Там либо бот, либо тип. Но там же вроде ботов нет. Либо это моя галлюцинация. Я на вышке, нормально. Такс. Никого не вижу. Пока что, смотри, аккуратно. Чё? Типы снизу. Лазер видел. Тихо. Здесь был тип. Подо мной. Все, красавчик, я пойду снова упасть. О боги. Что-то мы какие-то не стали. Это был похож. Дракоша тоже и его друзья. У него КСО 3 и прокачаны очень хорошо. Сейчас подожди, я шлемак чиню. Я не увидел, где мы вернулся, это еще много лута, это все надо собрать будет потом обязательно.
Хорошо, что-то летаю. Да ладно, все, уже летался. А я хз теперь как мне залезть обратно. Я попытаюсь, конечно. Но я не могу. Сейчас залезу туда. Я выбросил на 700 на 4. Но мне ножичек вернулся, смотри. Прокоша тоже. Прокоша тоже. И его пил я. Нет, вообще внимания не видел. Нифига себе, как я чек насыпал. А, ты выбросил. Он выбросил, не успел. Боже, боже, держу скорость, у меня последняя обойма осталась. У меня еще есть АКМ, а как-то Степа, Степа. У него есть патрики. Там еще и любит лесники. Пойду им 700 заберу. Так, смотри, еще броня лежит пятая, которая мне тоже жалкая, чувствую. А она у меня уже не поместится, слишком, короче, богатая осталась. Вот, короче, тогда выброшу АКМ. К тому же АК-103 я не гоняю. Считаю это говно оружие. Продавать его за 190 не выгодно. В броню покупать тоже. Так, 74. Думаю, вынесли два пати, у меня ножичек. У тебя есть ножичек? Можешь написать, отправить команду отлично, если у тебя тоже есть ножичек. Кстати, есть такая команда отлично. Нет? Короче, кивни, если есть. Кивни. Окей, у меня есть, значит, один чип. Челик у нас. Не знаю, где он. Предлагаю идти на виллу и аккуратно полутаться, потому что мне нужно забрать. Видите, в руках уже не держу. Не знаю, где кошечек висит. Ну, я думал, то, что я не впилов у нее просто до этого. Чечков повыносим. Хотя я вначале ему очень плохо зажал лазер. Он начал падать, вниз у него был четвертый шлинг. Он мне дал 2500 на него прыгнул. Я же себе буду пятым, он быстро будет разминуть. Конечно, он будет четвертый. А нет, не у него. У него было КМ в любом случае. Это тоже был идеальный чем. А, выбросил, точно. У меня не было там. Там был дракон и через фанат. И что ты делал? Я пойду в баню, почему? Там же что-то шлем, но это вот вообще был дохлый. То есть шлем у него на 50 хп, но у него было 30 хп, сейчас у него 26 вообще. Я потерял. Ё-моё, как это так АКМ ужасно прокачан. Как он ужасный. А вот, походу, и тот самый ножичек. А, нет, это бот стреляет вроде. Давай не будем разъединяться, мне что-то страшно. Дом, пошли на меня. Убил бота.
к ним убил. Ну, кстати, этих патронов на АКМ 2000. Она просто их не использовала АКМ, когда АКМ взял. Если убивал АКМщиков, то я постоянно все складывал патроны, АКМ продавал. И у меня ископилось аж 2 косаря. Частично почти все пролутано. Иду. Потому что это тип. Слушай, Джонни, мы загрузились в шестером. Двоих убили, еще двоих убили. Они были там. А здесь пролутана вилла. Как думаешь, где же ее ножичек? Он где-то здесь ее пролутал. Либо же они успели каким-то образом пролутать и залезть на радиовышку, ну зачем? Либо же каким-то какого-то фига тут еще одна пати из ниоткуда появилась. Просто не знаю, как это работает, возможно, еще подключать. Блин, вот так кто-то пролутал. Ящики все. Там один был не открыт. Убежище может быть фальшивым. Карточки выбросить. Ну ничего не забрал, понимаешь, все лежит на них. Это он своим же любопытством спалился. И был бы это, я не буду убирать, а что-то еще и голову. Что-то мне война там будет. Так. Иду. Не знаю, что это, нет, ну ладно. Я Шерлок Холмс. Что-то меч. Ты хочешь на зеленую метку пойти? Ну типа светлячки не понимал. Это просто скорее всего, да. А, там типа что ли? Вон. Иду. Понял. Его пропушу. Это босс. Вот ты напугал меня. Пойдем посмотрим, что на крыше. Может, там все-таки есть. И не отображается вот эта сторона. Ну, пустота. Не понял, а твою мысль там. Что ты делал? Здесь ничего. Я вызываю эвакуацию. Че, я вызвал? Убежище. Ты зачем команду покинул? Тихо. Джонни. Топов. Это рядом. Это либо бот, либо чейл. Тихо. Это бот. Обидно. Там вообще вертолет полетел. А, от бога... Ты отменил эвакуацию, типа, этим? Стоп, не вызывать эвакуацию, что ли? Джонни, вызови эвакуацию, если надо. Блин. Окей. Не понимаю, зачем. Ты случайно нажал? Можешь кинуть, если да? А, ты уже думал. Там, я думаю, у тебя там какой-то гениальный план. Не этого, типа я пойду на горку там дождать его. Там. Как? Успел? Пройдите мне на убежище, на хера нет. Кстати, можно еще на военку успеть. Предлагаю, короче, забить ножичком еще есть. Не забивать. Не знаю. Мне на меня. Нет, на лоу. Рано, то есть и не. Он сольется. Тут не забивается.
Ладно, мы останемся. Лучше уж. Мы еще отличим вообще зрение. Мне можно занять удобную позицию. И буду бегать по моему поиску. И сразу помощь. Нифига понял. Забирай. За раньше стоил он вообще 600. И обычный скальпель стоил 400. Сейчас обычный стоит 200, там 300. Цена скачет с океана. Поэтому ты займал дорогой друг. В любом случае, вообще нет, будет стоить. Даже не 200, а 400. Тихо. Ooh.